2 100 000 тонн зерновых собрали в этом году хозяйства Самарской области. Это рекордный показатель за последние 15 лет. И сегодня итоги аграрного года подводили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По календарю праздник приходится на второе воскресенье октября, но мероприятие обычно переносится на более позднюю дату, по завершении сезонных работ. От имени главы региона тружеников села поздравил вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Сегодня сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики. Поэтому постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села были и остаются приоритетом в работе правительства региона. Хочу выразить слова сердечной благодарности нашим аграриям, ветеранам отрасли за преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Вице-губернатор вручил государственные награды. Поддержка агропрома – это одно из ключевых направлений в деятельности областного кабинета министров. И особое внимание вопросам импортозамещения. Вручены также региональные награды. Награда Самарской области – это очень высокая, но и в то же время она дает, значит, еще раз мне как бы понимать, что это и ответственно. Я свыше 20 лет руковожу этим предприятием. И, конечно, я хотела выразить большую, в первую очередь, благодарность своему коллективу, своей команде. Остается добавить, что за последние 4 года в АПК региона направлено свыше 30 миллиардов рублей. Это больше, чем за предыдущие 7 лет.